В Москве состоялся форум «Связь в большом городе», организованный Комньюз совместно с клубом КомРФ при участии крупных операторов связи. На форуме были обсуждены особенности работы и взаимодействия участников телекоммуникационного рынка мегаполиса в новых условиях. Этот форум явился логичным продолжением популярных конференций «Телеком двух столиц». Отрадно, что в нем наряду с провайдерами Москвы и Санкт-Петербурга приняли участие представители региональных операторов связи, что значительно расширило аудиторию форума. На форуме выступили представители федеральных и региональных операторов связи, вендоров и инфраструктурных компаний. Так, руководитель направления по взаимодействию с национальными операторами «Мегафон» Владимир Шкирин предложил региональным провайдерам ШПД использовать ресурсы магистрального оператора для оказания дополнительных услуг своим абонентам. В 2014 году «Мегафон» запустил услугу IPTV, которую активно продает B2O клиентам, и услугу CDN. Также операторам ШПД предлагается агентская схема в предоставлении услуг внутризоновой и междугородной телефонной связи. В ближайшее время компания планирует запустить такие сервисы, как FMC, SMS-информирование, облачные решения для B2B клиентов. Директор по эксплуатации МГТС Михаил Ободников поделился опытом работы компании в протоколе IPv6 и дал рекомендации коллегам по его внедрению. В рамках форума была организована выставка как провайдеров услуг, так и производителей оборудования и системных интеграторов. Широкую линейку сетевых и абонентских устройств для рынка ШПД и КТВ продемонстрировала французская компания Sagicom, которая успешно работает на рынке РФ и СНГ. Одним из участников форума выставки выступила компания «Наука-связь» — многофункциональный оператор связи, предоставляющий комплекс телекоммуникационных услуг в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и ряде других регионов РФ. О планах компании, ее развитии в интервью Jason TV рассказал коммерческий директор компании Александр Зинько и начальник отдела продаж оператором связи Константин Никольский. А скажите, пожалуйста, есть все-таки перемены в последнее время, ну, то, что по сравнению с тем, что было ранее? Стало ли тяжелее с учетом не только конкуренции, но и естественных тенденций на рынке? Хотелось бы понять ваше ощущение рынка. Александр, это вам вопрос. Ну, если говорить, стало ли тяжелее или стало легче, это сложный вопрос. Потому что, когда мы смотрим назад, то каждый предыдущий год кажется легче, чем существующий. Да? Поэтому, конечно, тяжелее, да? Но ничего нового в этом нет, потому что каждый год он сложнее, игроков все больше, конкуренция все больше, абоненты, клиенты становятся все более избирательные, все более избалованные. Но в этом нет ничего необычного, просто нужно четко отслеживать и постоянно находиться в движении и искать новые возможности, чем мы, собственно говоря, и занимаемся. Есть ли специфика работы в областных центрах? Конечно, есть. Конечно, есть. И я бы сказал не то, что есть. Она в каждой области, она своя специфика. И здесь просто нужно понять эту специфику и четко ей соответствовать, и плюс добавлять какие-то свои стандарты качества. И тогда, в общем, можно рассчитывать на успех работы в конкретной области. В Москве вот неоднократно и на сегодня конференции обсуждался вопрос доступа к канализации. А как решается вопрос в областных центрах? Потому что там вы тоже фактически чужие операторы. Есть свои, есть признанные операторы. Есть ли проблемы, с которыми вы сталкиваетесь? К сожалению, в областях и в регионах практически не осталось своих операторов. Они за последние 5-6 лет полностью выкуплены большими. Поэтому в том числе и наука и связь. В том числе и наука и связь. Поэтому мы там работаем на равных условиях со всеми. И в целом, никакой вот сверхъестественной специфики, связанной с регионами, мы не замечаем. Хорошо. Вы все-таки в каком направлении двигаетесь с точки зрения расширения универсальности услуг и, возможно, потому что я тоже вижу, что без системной интеграции практически, надо понимать, что мы под нее подразумеваем, да, потому что это все-таки понятие, что или все-таки оператор все больше и больше должен заниматься непосредственно привлечением клиентов и отдать все дополнительные функции тем, кто это делает более умело? Тут, наверное, однозначно сказать сложно. Да? Здесь, наверное, у каждого оператора своя история и какой-то свой путь развития. Да? Если говорить про нас, то мы активно используем аутсорсинг.
Да, мы отдаем часть работ сторонним операторам. В том числе и в Москве? В том числе и в Москве, да. Если говорить про территориальное расширение, да, мы развиваемся географически тоже. Если говорить про услуги и сервисы, мы и развиваем и услуги, и сервисы. Поэтому вот какого-то одного пути, ну, по крайней мере, у нас не существует. То есть работа над расширением каталога, она идет постоянно. То есть мы пытаемся что-то новое придумать, что-то новое внедрить. Мы не ставим задачи себе работать на B2C рынке. То есть все-таки наша модель – это B2B и это оператор для других операторов. Вот. И все наши последние решения и продукты, в частности, вот наш продукт NextTV, он в чистом виде заточен под других операторов. Вот. Поэтому на рынке частных пользователей мы не работаем. Они у нас есть. Они у нас есть, безусловно, они у нас есть в некоторых областях, где мы работаем, но это такое стечение обстоятельств. Да? Но целенаправленной политики нет. Thank you.